Thank you, Rav. Спасибо, Рав. Рав, вы сказали, что в нашей зависимости от других мы не должны прийти к состоянию, когда мы чувствуем, что непродвижение кого-то другого не дает нам продвигаться. В таком случае вопрос, как можно сделать так, чтобы не впадали в равнодушие в такой ситуации? Но от меня зависит, насколько я продвигаюсь, в какой группе, в каком кли я прихожу к Творцу, что я представляю Ему, что может раскрыться. Я доставляю Ему наслаждение тем, что я приношу Ему кли, чтобы Он в нем раскрылся. Это называется, что Творец хочет поселиться в нижних. Я подаю ему это место для того, чтобы он там поселился. И так, поэтому я заинтересован, чтобы все объединились и для той самой цели дать Творцу раскрыться, чтобы доставить ему наслаждение. Так мы продвигаемся.